тренинг Владимира Шамшурина. Задумался об этом после того, как расстался с девушкой. Были проблемы с подходом к девчонкам, с общением, вообще все, просто все. Все забыл напрочь. Вот. Наткнулся на тренинг чисто случайно, друг скинул, понравилось. Увидел, что 12 декабря начинается групповой тренинг. Все, оплатил, денег вообще не пожалел. То есть сейчас я вообще другой человек. Сейчас у меня уже сегодня свидание, вчера было свидание. Еще в запасе 5 телефонов, и это только начало. Поэтому, мужик, бери свои яйца в руки и что-то меняй. Хотел бы сказать еще то, что Ваня вообще чувак, один из самых упертых. То есть такой парень, который сам абсолютно шел. То есть он мне просто звонил, задание спрашивал, что-то еще повторить, и сам просто упёздывал и ебашил. Но вот за это у него результат будет еще лучше, чем у остальных ребят. Но я думаю, у всех тоже будет хороший. Это Диман. Диман мне помогал. Отличный чувак. Приходите. Приходите на наш тренинг.